guard your false world! It's my duty to protect this land! Well then, let me show you the inevitable doom of your pathetic future. Год 637 эра Оазиса. Вот что я успел прочесть. А, кстати, игра Valor Vengeance называется, если кто не знает. Вот она игра. Вышла она вчера, что-то наподобие стратегии идол. Вот, поэтому не знаю, как зайдет она, не зайдет. Будет, я не знаю, играться не будет, поэтому посмотрим, ребята. Все зависит от ваших просмотров, от ваших комментариев, от ваших идей по игре, еще чего-то, от ваших каких-то действий, если она вам зайдет. Вот, поэтому будем тогда играть. Если же нет, то, соответственно, как бы таки нет. Вот, потому что стратегии, как я знаю, они не сильно мне заходят на канале Эмбо, да, и поэтому посмотрим, короче. Вот. Возможно, дадим ей шанс, поиграем чуть-чуть, а может, не дадим, такие дела. Поехали. Знаете, что у нас, ребятки? У нас сейчас здесь идет битва. Битва, ребят. Битва, которая уже закончена. Победа за нами. По-другому никак. Мы везде идем играть, чтобы побеждать, ребят. И если кто настроен сразу проигрывать, блин, не качайте игры вообще. Просто не качайте, не играйте. Как говорится, не позорьтесь, не тратьте свое время драгоценное. Лучше делайте что-то другое, если вы настроены проигрывать везде. Вот. Ну, а мы, соответственно, побеждать. У нас... Странник Стив, новый герой, кстати, великий, поэтому 4 звезды, что-то отдельное, что-то типа полезное. По поводу Стива, это, скорее всего, хотя они, нет, хотя вот есть 3-звездочный, вот, они сами автоматически ставятся, поэтому я ничего с этим не могу поделать. Поехали. Соответственно, если здесь есть герои, то, скорее всего, какая-то есть тут гача, сумон, там, не знаю, призыв, что хотите, как хотите, называйте. Что-то подобное здесь, наверное, должно присутствовать. Если сегодня получится, то, возможно, мы с вами что-то крутанем и получим. Вот, ну и, соответственно, у нас еще очередная победа, и это классно, ребят. Это классно, это локосик, это прям круто. Вот, значит, что у нас? Мы продолжаем уже на 1-3 локации. Здесь у нас сразу же загорается битва почему-то. Вот, и мы начинаем далее сражаться, так как нам не дали новых героев, нам ничего не остается делать, как идти дальше биться. Вот, и у нас, кстати, уже, походу, один погибший тиммейт, да, один погибший тиммейт, который был в 3 звезды. Добавляется у нас воитель великий, поэтому сейчас тоже мы новый герой добавляем. Здесь также у нас какой-то сундучок, да, говорит, вот, подтвердить. Вот, так, далее у нас даже герои есть, вот он герой, что мы можем с ним сделать? Повышение уровня и автоподбор снаряжения, ребята, есть. Так, выход. А здесь все на русском, что очень круто, классно, поэтому как бы таки вот так вот. А, он тоже встает, да, а сколько можно, интересно, брать человек в отряд, очень интересно. Явно, наверное, 5 или 6 максимум. Поэтому, как бы, такие... Так, ничего себе, он, оказывается, и портируется. Прямо просто раз и оказался возле врагов в заднем льду. Нифига себе. Клево. Прикольно. Ну, танки, они что-то прям тяжело им дается. Они на себя все агрят. И поэтому практически погибают, ребят. Да, надо их качать. Повышать им уровень, иначе просто будет какая-то беда. Против нас очень много монстриков бежит, ну мы их ломаем, это просто сбор всяких ресурсов автоматически, то есть вот ваш отряд. Не знаю, почему позади бежит танк, 3-звездочный впереди, а 4-звездочный позади. Ладно, давайте попробуем, значит, что, еще раз зайти в героя. Давайте танка бьют, давайте повысим уровень ему поболее. Давайте до 10, наверное, сделаем вот так вот хотя бы. Я не знаю, какие ресурсы тратятся пока что, ознакомление с игрой, но в любом случае, какого-то одного героя нужно повышать. А так как он, в принципе... Так, этого давайте до 5. Пока что более никого не будем качать. Здесь также, видите, есть история чего-то там, чего-то. Этот герой понравившийся там, кому, и здесь какие-то есть комментарии. Также история странника Стива, да? То есть, и мы получаем еще, кстати... За каждого полученного героя, оказывается, какие-то плюшки, ребята. Давайте еще зайдем, везде все получим. Вот они, кстати, и горят у нас.
вот эти кристаллики. Так, и мы пока сделаем вот так лог сюда. Здесь пока что непонятно. Ну, давайте пока тоже закроемся. И давайте здесь тоже соберем все награды свои. Рандомно нашел награды, если честно. Здесь ничего нету. Здесь можно лайкосик поставить. Так, ладненько. Лайкосик. Для чего лайкосик? Ладно, поехали, значит, что далее? Далее материк. Материк, что у нас здесь? А, вне игровые награды горят у нас здесь. Здесь уже есть алтарь души, гильдия, архиепископ, наверное, или еще что-то типа такого. Фонтан жизни, круг призыва, да, есть часовня благодати и волшебная лавка. Также магическая кузница. И есть также задание, там что-то у нас тоже горит, здесь везде все горит. Также подарок 7-дневный новичка. И давайте попробуем... А, нас, короче, отправляют только пока что сюда. То есть у нас все пока что закрыто. Кстати, там задание горело. Задание горело, можно получить какие-то плюшечки. Да, вот забрать можно. Раз. Это ежедневные награды, кстати. Ежи, ребятушки. Ежики. Здесь вот эти вот кристаллики, не знаю для чего. Возможно, это для сумона, для призыва. Может быть и нет. Мы на это дело взглянем. Еще что-то, кстати, горит вот здесь. Вот видите, почта. Что у нас по почте? 3500 кристаллов. Да, скорее всего, они как раз для призыва. Также вот эти книжечки. Для вечного призыва, в кругу призыва. Книга вечного призыва, да. Это за миллион чего-то там скачиваний. Что, действительно, столько миллион скачиваний было? Ху-ху-ху. Неплохо, неплохо, ладненько, тогда пока удалим. Также у нас загорелось хранилище, кстати, вот видите, еще две книжечки бесплатные на сумончик, на призыв нам дали. И пока здесь все, здесь 7-дневный подарочек, 200 кристаллов. Также нам, нажимаем вход, дают 5-звездочную героиню вот такую вот, которая что-то да умеет. А также на нее есть, ребятки, прокачка. То есть при прокачке меняется внешний вид, и мы это видим. Вот, ну и, соответственно, скорее всего, у каждого персонажа будет, можно будет прокачать и сделать его лучше и красочнее, красивее, я не знаю. Вот, ладно, поехали далее. Так как у нас пока что, в принципе, ничего более нету, мы тогда идем дальше сражаемся. Что нам еще остается делать? Только, ребят, сражаться. Только сражаться. Нам убивает нашего трехзвездочного пацана. Ну, а в остальном мы, в принципе, побеждаем. Уровень они здесь не получают, получается. То есть уровень можно повысить героев вот этих, прокачав им самим уровень. То есть, а сами они это не могут сделать. Вот, давайте еще раз посражаемся и потихоньку-потихоньку будем смотреть. Что да как, вот этого пацана 3 звезды надо менять, он еще и первого ловака, поэтому он никуда. Единственное, ребят, вы заметили, что когда у вас погибает персонаж, тут нет никаких звезд, вы вроде как проходите локацию. То есть неважно, убили у вас там какого-то тиммейта, не убили, это засчитывается, что просто вы прошли. То есть не надо перепроходить еще, это огромнейший плюс на самом деле, мне нравятся такие игры, не надо перепроходить, а то вот ты... Погиб, надо его прокачать, чтобы не погибнуть или еще что-то делать. Вот, это как бы, ну не знаю, такое себе. Ну погиб, да и погиб, ты же прошел. Все, прошел, от тебя что-то требовалось пройти, правильно? Правильно. А то, что вот эти вот какие-то дополнения задач, которые что там при прохождении не погибнуть, это же такое себе. По мне так. Знаете, что у нас? У нас все печально, нас бьют. 5-е ловачки против нас были. И вот как-то вроде как и не зашло. Да, видимо, точно не зашло. Первое пораженница, ребята. Это означает, что надо нам потихонечку начинать все-таки либо качать героев, либо все-таки их тянуть. Потому что вот оно, первое поражение. Первое поражение. Не сдавайся лучше своих героев и стань сильнее. Конечно. У нас 4200 кристальчиков. 5-й уровень. Давайте еще раз попробуем на материк. Территория оккупирована врагом. Пройдите 1-10, чтобы зайти в центр города. Значит, нам нужно что? Идти в героев, качать героев. И качать героев, давайте вот это еще пацана прокачаем до 10 очка. Так, 8, 9, 10, 10, 10, 10. Пока так и оставим. Я не хочу качать, возможно, мы их просто заменим, вот этих двух героев, на более каких-то крутых. Я не знаю, сколько ставится героев, если ставилось бы больше, я точно их мог бы прокачать их. Вот. Также у нас, ребятки, есть классы, не забываем, смотрим, что да, тут показывается, что есть классы, и вот эти
пацаны, они все, получается, именно вот этого класса. Я не знаю, кто-то, типа рыцари, я не знаю. Люди, это люди какие-то. Типа людей. А есть какие-то другие еще всякие. Так, здесь, значит, что у нас? Ну, а что дальше? А что? Только сражаться, ребят. Только, ребят, сражаться. Поехали. Там, кстати, кто-то что-то писал. Нужно пройти 1.10 до гачи. Самое главное пройти 1.10 до гачи, сделать, ребята, сумон. И, соответственно, уже потом... Блин, да что ж так печально-то меня бьют? Все равно меня бьют. Но чуть более я стою. Ну, нет, кстати, вот сейчас мы затащим. Но это прям очень-очень впритык сложно. Да, может, и не затанчим, потому что что-то как-то меня выносят. Они прям лучники эти, прям какие-то мощные. Танк, конечно, агрит на себя очень много, но практически помер. Это плохо, ребята. Повышение уровня до 6. До 6 нам надо 1.10, ребят. Надо, короче, еще качать героев. Это вообще не вариант. Это вообще не вариант. Так, блин, ну я не знаю, я мага не хочу. Давайте вот этого прям повышать. Он прям мне что-то нравится. Мне нравится, что портируется. Давайте прям до 20 разгоним его. Вот, пока не будем ничего сейчас эволюцию делать, просто попробуем посражаться. Ну, хотя, типа, он горит до эволюции. Поехали, битва. Скорее всего, есть какой-то бонус за то, что у нас герои все одной фракции. И, соответственно, мы какой-то бонус получаем. Нужно с этим разбираться, смотреть, что да как и что, и вообще почем, ребята. Так, его окружили, нашего героя, 20-го очка. Так, хорошо, но он, в принципе, стоит ему нормал. Он стоит ему нормал, он, в принципе, там потихонечку убивает, и они практически ему ничего не могут сделать. Зато он очень неплохо бьет. Да, отлично, отлично, красавчик. Отлично, красавчик. Так, значит, у нас 1.8, 1.9, 1.10, ребятки, сразу же нажимаем битву, поехали далее. По крайней мере, я вижу 5 вражеских героев. 5 вражеских героев, а это означает, что как минимум можем поставить в тиму 5 героев тоже. Что, в принципе, очень неплохо. Поэтому надо тянуть и получать новых героев. Ну, у нас еще 5-звездочная героиня завтра добавится, в принципе, за вход. Если бы я бы вчера бы зашел, я ее скачал вчера игру, но я не зашел. Если бы я бы зашел бы, то я бы получил бы сегодня героини. Ну, нужно было бы просто-напросто немножечко посражаться. Так, победа, ребятушки, победа и вот так вот. Победа и вот так вот. 1.10, ребята, боюсь, что мы можем не пройти. Давайте тогда мы сделаем по-другому. Раз мы не можем пройти, давайте мы сейчас повысим здесь до 15-го волочка тоже хотя бы уровень и попробуем вот так вот. Погнали. Погнали. Там босс, кстати, какой-то есть по центру. Наверное. Они, кстати, 8-го волока. Так, мы бьем каких-то этих лучников скелетов. Лучники скелета. Так, убили одного скелета. И теперь бьем другого. Здесь у нас танк и маг пытаются сражаться. Так, минус один здоровяк. Здоровяк. Босса бьем, кстати, босса отлично бьем. Давайте добьем босса. Отлично, все, все, босс повержен. Победа за нами. А это означает, мы прошли 1.10 локацию. И, возможно, сейчас что-то добудет. У нас 7 книжек есть. И также у нас есть еще что-то. То есть, возможно, что получится. Значит, подписывай контракты, чтобы призвать легендарных героев. Призови героев указанной фракции Фонтане Жизни. Угу. Значит, попробуем сейчас призвать. Также, отлично, враги в главной части города уничтожены. Теперь мы можем вернуть в город и призвать новых героев. Да, мы этим займемся. Давайте быстренько посмотрим, что у нас здесь горит. Во-первых, дар для храбрецов. Материк, блин, не дают мне материк. Сразу круги призыва. Бесплатный, ну давайте, раз бесплатник, давайте попробуем. Ух, рандом или скрипт? Рандом, скрипт, скрипт, рандом. Так, дерево, кристальчик. И легендарный маг. Блин, ну мне кажется, это скрипт. Но пишите в комментариях, если кто-то начал играть, либо уже играет, это рандом или скрипт. Может, либо мне прямо реально повезло, а может, в принципе, это скрипт и выпадает всем. Поэтому смотрите, пишите. Новый герой в 5 звезд, ребят. Ну, это прикольно, на самом деле. Здесь какое-то яблочко еще. Подтвердите, ребятушки. Есть за сердечки призывы. Есть, ребятки, за книжечки. А также... Легендарный герой на 5 звезд гарантирован новому игроку в числе первых 10 призывах. Ну, мы уже получили.
То есть нам нужно делать 10 призыв, еще выпадет легендарочка, что ли, да? Нет? Но он показывает мне стрелочку пока что. А, через, да, вот видите, через 9 еще выпадает легендарный герой. Пятизвездочный. Так, награды. Да ну не хочу я сражаться. Ой. Игра, ты куда меня ведешь? Ты меня ведешь какими-то заблудшими дорогами, путями. Не хочу я туда. Так, давайте награды храбрецов. Собрать все. Пройди стадию 2.15 компании, получи множество самоцветов. Получаем пока что только 200. Чуть позже мы еще, когда 2.15 пройдем, получим все остальные недостающие награды. Здесь выполнили квест, ничего не получили. А вот здесь, в принципе, 1.10, герой до 20 и получили пятизвездочный. Здесь тоже, кстати, много всяких кристаллов и всякое такое прочее. 2.15 надо проходить. Так, ребятки, то есть это, скорее всего, полностью вторая локация. Давайте тогда сейчас вот тут еще что-то горит, забрать. И есть еще ботинок, ботиночек. Я не знаю, что здесь. В фонтане жизни там можно, говорили, призывать каких-то. Потратьте 17 жизней, чтобы призвать героев желаемой фракции. Поверни фонтан и нажми на стрелку, чтобы переключиться между фракциями. А мне нечего, мне нету яблочек. Мне нету яблочек, ребята. Так что я вряд ли что-то сделаю. Ладно, давайте тогда пока это оставим. Мы просто посмотрели, что в фонтане жизни добывается и как это работает. На заднем фоне могут быть какие-то шорохи быть, там сын шелестит. Здесь, кстати, что-то за 100% забрать награды. О, еще отдается у нас одна книжечка. Первая покупка также горит. За первую покупку мы получаем вот эту вот героиню, которая, по-моему, против нас сражалась, типа босса была. Вот, легендарная пятизвездочная. Здесь, ребятушки, что, бесплатно. Получаем мы монеточки. Задание тоже также выполняется. Мы получаем. Ну и давайте все-таки потихонечку переходить к сумону. Единственное, что потратятся ли свитки или не потратятся свитки сейчас. Либо потратятся именно кристаллы. Призыв на один у меня есть так и есть 2400. Давайте попробуем. Нет, вы отнялось 2400, ребят. Давайте посмотрим, какой легендарный герой выпадет. Так, один, да, легендарный, желтенький выпадает, остальные синие, фиолетовые. Воитель легендарный, окей. Возможно, тут будет временная какая-то гача. Ну, как бы таки сказать, вроде как и гача неплоха. Вроде как и непонятно, будет ли легендарный, ой, или не будет. Так, давайте сольниками попробуем. И давайте посмотрим, на самом деле, сколько нужно. А, все, то есть далее непонятно, здесь уже далее рандом пошел. Здесь пошел рандом и выпадет легендарный, неизвестно, ребята. О, что-то прям горит интересно как-то. Ну? А, нет, фиолетовый, ладно. Фиолетовый и 4 звезды, я думаю, что-то будет легендарное. Ну, здесь вообще 3 звезды, судя по всему. Здесь аналогично, из той же тематики. Еще раз 3 звезды, нет, надо, короче... А вот так вот выходить, по-моему, что-то лучше срабатывает. Видите, что происходит? То есть я о чем и говорил. Ну, давай 5 звезд. А, нет. Короче, нет, это просто анимация, значит. А здесь просто нет анимации. Вон синий кристальчик, и, в принципе, вот и радуйся, все. Так, ладно, здесь потихоньку растет. Давайте подтвердить. Подтвердить. Ну, кристальчики. Давайте еще раз попробуем кристальчики. Так, свечение желтое будет? Будет желтое. Давай желтое, желтое, желтое. Желтый есть один, ребята. Еще один пятизвездочный, ребят. Еще один пятизвездочный. А, великий воитель. Бубыкс. Бубыкс. Бык. Бык-бык. Хорошо, ладно. Получаем мы быка. Ну и давайте сделаем, наверное, прокачаем. И сделаем мы разочек... Что сделаем разочек? Сделаем разочек, наверное, боечек. И на этом остановимся. Так, забираем награды. Ой, что-то много золота, ну да ладно. Я не против. Так, хорошо, давайте быстренько в героев переходим. У нас есть 3. Сейчас будем повышать уровень им всем до 20. Далее пока в прорыв апать не будем. До 20. Я не знаю, что ресурсы... А, у меня кончились уже ресурсы. Эти ресурсы, они кончились. Найс, мне нравится. Так, ладно. Печально, печально. Печально-печально, ребят, что еще могу сказать? Очень печально. Кончилось, да? Бутылей нету. А что за бутыли? А, награда, эссенция. Короче, надо сражаться, ребят. Так, ладно, тогда давайте сделаем так. А, прокачанных. Вот это убираем по-любому. Ты убирайся, да. Вот так, ты ставь.
Ты встань. Блин. И за место мага попробуем вот этого бэбэкса поставить. Пока назад. Пока назад. Ладно, давайте, поехали. Попробуем, посмотрим, что у нас получится из этого. Не совсем прокачанный. Но что-то да получится. Потому что это, ребятушки, три легендарных героя, ребята. Все разные. Это круто, это классно, это офигенно. Так, хорошо. Тем более у нас маг, он там 19 левела есть. И он что-то прям очень неплохо бьет. Они, скорее всего, с разных фракций у меня. Ну, в принципе, практически... Практически они все с одной фракции. Только бык с другой, с какой-то. Вот. А так, в принципе, они все в одну фракцию вошли. Неплохо, на самом деле. Также, ребятки, загорелось какое-то событие. Давайте быстренько зайдем, посмотрим. Событие здесь у нас входы. За входы что-то получаем. За дни, ребятушки. Здесь тоже забираем награды душа, войны и тренировка. За выполнение квестов мы получаем героиню, вот эту вот жрицу, я не знаю, или воин, пятизвездочную. Так, кстати, бутыльки желтые были. И также экипировка, что тоже очень довольно-таки неплохо. На мага в рюкзак все улетело. Ежедневный вход, призыв, призыв героя. Собери героев на 5 звезд, 25. Офигеть, 25 за 29 дней. Получим 10 дополнительных суммончиков. Собери героев 5 звезд 150. Оф, офигеть. Короче, значит, они типа должны часто падать. Ну, игра показывает, что типа должны, наверное, они постоянно падать. Здесь вперед, выполни миссии 10 раз, 20 раз и так далее, и так далее. Счет пропусков. Бонус миссии. Что за миссия? 3-15 кампаний нужно пройти. То есть нужно сидеть и фармить здесь. Здесь сила природы рекомендована. 600 каких-то плашечек можно получить. Героя 5-звездочного. Вот, ну, не хватает лесного сертификата. Нужно выполнять, соберите лесные сертификаты из сундуков с виниговыми, короче, наградами пропусков времени, пока идет событие. Чтобы менять их на могущественные предметы. То есть мы видим предметы всякие разные, которые здесь есть, и это круто. Вот, окей. Ну и, в принципе, пока что по этим событиям все. Здесь путешествие во времени. Бесплатно мы можем получить 18к. Вот этого всего. Получить также 10-й ловачок, ребятки. 10-й ловачок также получить, какое-то задание забрать. Забрать достижение, забрать еще соточка. Ну и в принципе что? А в принципе все, ребят. Можно еще качнуть героев наших. Того же качнуть быка, которого не докачали, потому что у нас теперь 24к. И мы можем смело качать его до 20-го, ребятки, ловачка, вообще не париться. То есть у нас очень много бутылей, также мы можем его апнуть, пока этим не будем заниматься, ну и, соответственно, всех наших вот этих топовых героев мы качаем на максимум. На максимум и как-то так вот. А по поводу эволюции, я, наверное, вкачаю вот в этого мага сейчас. Уж очень мне что-то он понравился. 50 есть, эти золото есть, поэтому что бы не качнуть. И давайте еще до 30-го лапни, что просто выносил всех. Еще эволюция. Соточка. Да, давайте, пофиг. Все в одного, короче. Все, бутылей нету, ничего нету, я бомж нищеброд. Здесь автоподбор. Есть посох, кстати, на него. Так, здесь что? Эволюция. Ну, давайте в него тоже валимся. Уровень повысить мы не можем. Экипировки у нас никакой нету. Вот и все, в принципе, что у нас здесь. Здесь у нас, кстати, да, мы также можем за них получить, помним, да, награды. Кристальчики вот эти, которые нам нужны будут в призыв. Все они вот горят. Получаем. Получаем и смотрим вообще, кто здесь. Вот они по фракциям горят. А, здесь, кстати, также есть и, получается, за 4-звездочных тоже мы можем получить. Из разных фракций. А, радужные, радужные это все, да, типа того, что кто у нас еще? Много чего-то всего здесь. Так, по 50. Это прям нежить, нежить, прям, смотрите, нежить сколько. Сколько нежити нападало. 3-4-звездочных нежити. Так, ладненько. Здесь у нас тоже еще что-то, кто-то есть. Бабулька. Бабулька с дубинкой. Бабулька с дубинкой это опасная
бабулька. Она может и жахнуть промеж глаз. Каких глаз, уже думайте сами. Так, здесь что у нас? Здесь у нас девочка с хамелеоном на палке. Тоже, наверное, не менее опасно. Это, скорее всего, внучка той бабушки. Это у нас еще один представитель ББХов. Все оттуда. Есть у нас уже один такой. А, вот еще и девица есть, да. Это, короче, лесные жители, я так понимаю. Поэтому, как бы таки. Вот так. И бабушки здесь какие-то. А, нет, бабушки. Бабушки тоже есть какие-то, дедушки. Бабушки, дедушки. Ладно, окей. А здесь кто у нас? Это у нас эти. Преисподня. Преисподня, ребятки, это у нас. Инферно, все такое прочее. Ну и, в принципе, все тогда получается. Лес, люди. Мертвяки, некроманты. И этот. А этих нету, это какие-то. Это свет. Это да, вот свет, это свет, видите. Так, еще раз, свет. Тень. Да, это тень, значит, свет, тень. Лес. Легион. И. Нечисть. Вот, ну, нечисть, нежесть, как бы вот так вот. Окей, все, ребятушки, что у нас? Давайте еще один боечек сделаем. Я же говорил, один боечек сделаем, прокачались, посмотрим. Здесь, кстати, опять какие-то задания выполнились. Уже практически наполовину опять призыва есть, ребят. Поехали. Битва. Сейчас будет все гораздо быстрее, все гораздо легче. Вообще будет изи. 31-й лавачок у нашего мага. 31-й, ребят. Против нас 9-й левел. Ну, куда годится? Так, что у нас тут? Ну? Так. У нас маг не ультует. Что за фигня? Маг, ультани, сделай один раз красиво. Во, по-моему, сейчас будет что-то. Да, во-во-во. Ну да, там уже все кончилось. Ладно, короче, и толком не посмотрели. Или он добил, или не добил. Короче, как-то так. Вот, ребятушки, понравилась ли вам игра, не понравилась, пишите, оставляйте комментарии. Для новичков, кто не подписан на канал, подписывайтесь на канал, кликайте на колокольчик, и будем встречаться чаще в играх, в разных, неважно в каких, в разных играх чаще. Вот, ну а на сегодня все, вам хорошего настроения, удачи в прохождениях во всех играх и вообще в жизни. Всем пока-пока.